Вы, как будущий мэр Иркутска, сейчас обнаружили нечто. Да, пойдемте. Что это? Мне кажется, что здесь произошло что-то очень страшное. Угу. Я, как будущий мэр, считаю, просто обязанным себя разобраться, заглянуть туда. Да, это безумно страшно. Это может быть... Не один. А что это вообще? Я не что знаю, там? Мне кажется, оттуда может что-нибудь выскочить. Да. И просто так. Вы меня напугали. Может быть, как-то держаться подальше от этого? От этих злачных нет. Я в будущем просто все эти злачные места уберу. Забьем решетками, калитками. Повесим сюда плакат. Красивый плакат, ага, повесим. Ну вот все-таки хочется туда заглянуть, вот прям тянет, да? Тянет? Да, тянет. Ну потому что самое такое, оно всегда, ага, тянет, страшно, неизведанное, опасное. Что там такое? Посветите фонариком, пожалуйста.